Нашу телекомпанию «Краснодар» возглавит новый генеральный директор. Сегодня стало известно, что это главный редактор «Кубанских новостей» Елена Золотова. Она подтвердила свой переход на официальном сайте издания. Напомню, региональной газетой Золотова руководила с января 2015 года, ранее занимала пост заместителя руководителя краевого департамента печати и СМИ. По словам Елены Золотовой, к своим новым обязанностям она приступит 14 февраля. Пока коллективу официально нового руководителя не представили. Напомню, на прошлой неделе директор МТРК «Краснодар» Александр Палазов возглавил краевой телеканал «Кубань-24».